Около 4 часов дня 12 октября у дома номер 4 по проспекту Чайковского автомобиль сбил 10-летнюю девочку и с места происшествия уехал. Очевидцы видели, куда припарковал машину нарушитель, сообщили в ГАИ. Спустя несколько минут виновника задержали. Вы видели, что вы наехали на пешехода? Видели? А почему уехали? Испугался. Испугались, да? Вы здесь живете, в этом доме? Да. Смотрите, от вас прямо алкоголем несет. Выпивали, да? Да. Много? Нет. Пострадавшую девочку бригадой скорой увезли в больницу. Ребенок шел в группе одноклассников по тротуару. Впереди учитель. Дети в этот день фотографировались для школьного альбома. Двигавшийся мимо автомобиль вдруг выехал на тротуар и, задев придорожный столб, ранил ребенка. Вот этот столбик, а ехал он оттуда, да? Нет, да, ну куда? Оттуда, со двора. Мы просто идем, со двора, он въезжает, да? По коленке и вот в столб. Учитель мгновенно отодвинула детей дальше от дороги. Пострадавшая девочка шла в первой паре и не успела отпрыгнуть. Вот если бы не этот столб, я так думаю, чтобы он помял бы мне много детей. На место выехали сотрудники полиции и экипажи ДПС. Правоохранители подтвердили, водитель «Лады» был пьян. Жизнь девочки, по данным ГИБДД, вне опасности, но она по-прежнему в больнице.